Какой фильм смотрят космонавты перед полетом? Этот вопрос ни у кого не вызвал затруднений. Уроки, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики, стали традиционными. Каждый год ученики школы готовят доклады и презентации. Один из любимых форматов классных часов – игровая викторина. По словам ребят, так они легче запоминают информацию и могут блеснуть своими знаниями на уроке. Я узнал много нового о космонавтике, так как я не сильно увлекался космонавтикой. То есть я узнал позывные некоторых космонавтов, узнал, какая первая кошка из какой страны была, какая страна выпустила на перекос Земле. Проходят интересные мероприятия, которые направлены на развитие у учащихся чувства долга, чувства гордости за свою родину, а самое важное на то, чтобы дети помнили свою историю. В 7-й школе учатся более 2000 человек. Все они трудились над проектами, рисунками и тематическими плакатами. Как говорят педагоги, они дают детям возможность самостоятельно найти материал для своей работы. Кто-то больше интересуется строением летательного аппарата, а других привлекают факты о первых космонавтах. Обычно у нас уроки физики проходят рутинно, по учебнику мы учим, делаем задания, а здесь у нас было занятие в игровой форме, и это было достаточно интересно. Сегодняшний день, подведение итогов недели, а также выбор победителя в конкурсе рисунков. По традиции ученики средних классов посещают планетарий, чтобы закрепить полученные на уроках знания. Сейчас семиклассники с нетерпением ждут поездки в Новороссийск. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.